Всем привет, господа! Всем здорово! С вами Медузко. Я думаю, каждый из нас, кто играет в корабли хотя бы года три, думал или думает, что Изума Кактус, и на нем невозможно играть, что это ужасный корабль. И вы были бы правы, но года полтора назад разработчики его несколько раз хорошенько так апнули, улучшали разные характеристики корабля, и теперь действительно можно сказать, что линкор хорош и, наверное, является одним из самых стабильных по нанесению, а также танкованию урона. Мне такой бой недавно подвернулся на стриме, бой на 300 тысяч урона. Я предлагаю его вам вместе со мной посмотреть. Перки и модернизации, с которыми бой был сыгран, будут у вас на экранах. Приятного вам просмотра! Мне кажется, можно было немного меньше упреждения взять, да? Хотя и так нормально. Поздняков дохера что-то. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Здорово, 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 Прометей. Опа. Что, нормально ты там устроился, Сиэтл? Нормально устроился, да? Мне тоже нравится Сиэтл. Мне кажется, я в остров выстрелил. Да-да-да-да. Окей, принимается. Принято. Цитку достал, прикиньте. Ставка принята, ставок больше нет. Не, ну, лупендрит, конечно, знатно, да? Такие тупо трассеры летят. Вроде, кстати, сейчас должна быть тычка там на 1010. Не, не 10, ошибся. Надо уже башню в другую сторону вращать. Ибуки. Нет. Нет, братик. Нет. 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 Нельзя. Нельзя вот так вот делать. Я муську могу пробить, нужно, чтобы идеально в цит улетело, а не куда-то хер пойми куда. Вот, вот нормально. Так, стример киевский, здорово, Земеля, здорово, здорово, да, стример киевский, да. Киевский стример. Ёпта, вы там что, любовью занимаетесь? Почему вы уже врезались в который раз? Цита? Хорошо. Хоть и одна, но все равно хорошо. Два сквозных мне дал парень. Ну, к сожалению, я не могу себе позволить развернуться, знаете, типа и уехать, потому что меня тоже Муся может пробить. А тебе вообще похер, что тебя цедерят, да, Вован? Тебе вообще посрать, ты такой, типа, все равно буду бортом стоять. Понимаю, понимаю. Тут, конечно, я его уже не должен был пробивать, это очевидно. Больновато 6000, больновато. Еще раз гонюсь и уйду сюда вот налево. Давай, Вован, все, меня не видно, разворачивайся. Да-да, Вован, все нормально, ты в безопасности, Вова. Так-так, еще чуть-чуть доверни. Ай, ладно, а так, держи. Не довернул он до конца, не пробью его. Да, не пробью. А что это здесь такое? А, это Z-ка выстрела. Сейчас на отходе как-то поиграем здесь. Не знаю, правда, что делать, но как-нибудь поиграем. Надо Сиэтла грохнуть. У этого чела нереально прет на пожары. Он один залп дал и уже пожар кинул. А в прошлый раз, когда я потушил, два пожара было. Сейчас хочу Сиэтла добрать. И потом будем выезжать там бороться с этой, с Грузией. Попаду, не? Хорошо. Помог братику на этом.
На Бриндисе. Приторможу, чтобы по Эгиру дать. Может даже цитку достану. Хотя он рамбом немножко идет, да? Да, рамбом идет тут. Ух, нихера себе 6 сквозняков, а куда его там так ляпнул? Да, уже не прострелю. Так, здесь тебе можно в щечку кинуть, но ты уже за остров зайдешь, да, братик? Ну да, за остров зайдет, за остров зайдет. Ага, тут Гронинген есть. Хорошо. Я разгонюсь, потому что иначе, если не разгонюсь, не уйду отсюда. Вот там Эгир припрется и Померань припрется со своими этими, знаете, торпедульками. Тут лучше уйти нахер отсюда подальше. Башенки, башенки, вращайтесь, вращайтесь, башенки. Хорошо. 6 из 6. Мое уважение. Мое уважение. Все нормально. О, бля! Вован, скажи, что я стрелялся по Миссури. Скажи, пожалуйста. Очень надеюсь, что это так. Нет, это не так. Но он выстрелил мне... Да, далеко очень выстрелил. Поэтому я везунчик. Где карта океан? Михаил, сейчас забаню тебя за карту океан. Ну тебя, типунь тебе на язык со своими океанами. Ну ты в баню иди. Океаны, ёпты. Давай, Вик, выходи. Ладно, сквозняками убьем, неважно. Понял, не убьем, поторопился. Ладно, он умер. Вроде как. Все хорошо. Этому надо ляпать в нос, потому что иначе уже будет рикошет. Вот, в нос немножко ляпнули. Там еще Муся, не забывайте. История, ты можешь меня поддержишь? Он тебе борт подставляет. Хорош. Да, вот Мусика. Фу! Десятку. Хорошо. Мое уважение. Ну шо, как, мужики? По-моему, изюм не очень-то уж и кактус. По-моему, накидывает нормально. Я не знаю. Я жалоб не имею к этому кораблю. Знаешь ты постоянно, Мусаси. Ну-ка, цитки давай сюда, бегом их на место. Хорош. Хоть один человек, хоть один человек потом пускай на стриме вам скажет, что изюм плохой. Хоть один человек, запустите в него что-нибудь такое потяжелее. Безусловно, я образно говорю потяжелее, но вы поняли суть моего посыла. Я не знаю, кто там говорит, что изюм по-прежнему говно. Я не согласен, категорически не согласен. Замечательный корабль, замечательный. Апельсинчик никакой абсолютно. Ну, если для тебя разница это 15 урона ПВО, тогда, конечно, разница такая. Совсем небольшая есть. А так, не особо. Слушайте, а там эсминец, либо кто захватывал точку? Я вот не знаю даже, кто там захватывал точку. Тань. Понял, 300к, сомневаюсь. Я слишком скован действиями. Там еще два эсминца живы. Сомневаюсь, что на 300к бой. Очень сомневаюсь. Еще и он Гетланд есть. Может быть 250, но не 300.
Каким образом? Я не знаю. Но Изим, конечно, ляпает. Будь здоров. Будь здоров, конечно, ляпает. Переберегу залпик под Эстергетом, нам нужно помочь Китаказе его убить. Стоп, я подсосу фраг. Это, мне стыдно это говорить, но я подсосу фраг, потому что если я сделаю еще один фраг, то у меня будет кракен. Мне нужен кракен, это бой, бой выглядит как будто он очень, он будет потный. И мне нужен кракен, чтобы у меня перезарядка ускорилась на 30%. У меня же Ямамото сидит здесь. Это выглядит как очень такой потный бой. У них эсминцы еще есть, а у нас пока эсминчики, ну видите, они размятыми выглядят. Хотя вот Флетчер фуловый. Дрейка не успеваю прострелить, блин. Но мне нужно фраги здесь именно вот подсасывать. Именно подсасывать фражину нужно. Жаль, очень жаль. Либо Дрейка, либо Эльзаса нужно сейчас убивать. Мне нужен кракен мой. Мне нужен мой кракен, ни черта больше не знаю. 40 косарей. О, Жоржия, Жоржия есть. Жоржия. Мужики, подождите. Мусаси вот по лигребортам ходил. Причем тут Изюм? Ты грамотно выискивал борты, а противники коряво ходили. Точка. Адского урона ни в борт не было. Ага. Так можешь сказать про любой линкор, держу в курсе. Знаешь, что можешь сказать про говняные корабли? То, что даже если противник ходит бортом, ты не наносишь им урон. Вот это говняные корабли, которые даже в борт не накидывают. Если есть стабильность нанесения урона, то ты не вправе говорить, что корабль говно. Ну так, к слову просто, если ты вдруг не в курсе, что такое говняные корабли у нас в игре. Ну, типа, блять, мне фраг нужен. Фраг дайте, пожалуйста. Я срать хотел на этот урон. Мне фраг нужен. Чтобы я мог этот бой попытаться потащить как-то. За кракен здесь восстанавливается 50% корабля. И 30% перезарядки дается. Это пипец как много. Флетчер, кстати, на точке... А, это не Нет, Флетчер на точке С. Бля, это счастье. Сейчас вот будем ждать этого. Будем ждать, когда Владимир подставит борт. Надеюсь, я его бортину смогу покарать. Дайте мне, пожалуйста... Нет, не это дайте. Фраг. Фраг дайте. Я должен был его наказывать здесь. А я просто пощадил. Знаешь, что такое говняный корабль, хо-ха? Кронштадт, который, блядь, не попадает даже в борт. Вот это говняный корабль, понимаешь? Вот это говно. Потому что он даже в борт может промазать. А на линкоре, если ты грамотный человек, если ты хочешь много урона, ты в любом случае будешь выискивать бортоходов. Потому что это закономерно. Не все линкоры в нос могут пробивать много урона. Понимаешь? Сука, дайте мне фраг. Вот есть фраг. Давай. Ну, две циты дай. О, есть! Извиняюсь. Минус уши. Все понимаю, извиняюсь. Кракен на Ямамото. На линкоре это пипец. Сколько перезарядка? 17 секунд. А всего лишь на линкоре перезарядка 17 секунд. А при чем тут кроншат, если он не ЛК? А, ты хочешь примеров косого ЛК, да? Окей, без проблем. Курфюрст. Курфюрст даже в борт может не покарать человека. Лайки, подписки. Да, лайки, подписки было бы классно. Сейчас мы блокируем точку Б. Я должен поддерживать своего Китаказе. Точка А захватывается Флетчером. Нужно... Ну, Миссури, конечно, может быть, сдохнет. Но фраги будет сейчас делать намного проще. С кракеном. Я, кстати, еще... Стоп. У меня здесь что? Не Ямамото или что? Почему у меня не восстанавливается ХП? 40 тысяч. Это как?
Перезарядка у меня улучшилась, а хп не восстанавливается. Что за бред? Или в чем прикол? Я, может, что-то не понимаю? Восстановилось же? Серьезно? Было, да? Разве оно не 2 минуты восстанавливается? Ну, окей. Я, может быть, не увидел. Может быть, не увидел. Сори, мужики. Может быть, я или не увидел. Сори, сори. Хорошо. 9000 это, конечно, нормальный урон. Нормально, ладно. Ну, да просто там вроде бы этот не туда выстрелил. Вроде бы там в течение 2 минут останавливается хпшка. Ну, может, я реально проглядел. Может, проглядел, действительно. Не буду спорить, может, проглядел. Задолбал ты меня поджигать, зараза такая. Надеюсь, Серега не успеет меня торпедировать. Мне сейчас ничего не надо делать, просто под островом стоять и все. Потому что Дрейк из прострела убегает, он не сможет меня убивать. Мне нужно просто 2 минуты постоять, подождать, пока... Пока они сами должны ехать. Они сами должны ехать вперед. Гроинге меня никак не убивает, потому что у него торпед нет. Ну, то есть, как бы он меня не ваншотнет. Сейчас надо будет смотреть по Эльзасу. Если он выйдет на меня здесь, вот, то, ну, я думаю, моё ПМК справится, там, ну, поубивает его, да? Очень надеюсь на это. Надо вот на Флетчера переводить свои башенки. А, или вот на Флетчера, да. На Флетчера фражину делать. Хорошо, красава, кто там его убил, красавчик Флетчер, молодчина. Красава, красава. Так, все, живем, хилимся, живем. Кто там говорил, что бой на 300к? Слушай, ты чертов гений. Респект. Блин, башню не удается выбить. Он сейчас нормально так может проснуть. А, он на фугасах. Я думал, ты этот. Я думал, ты на ВБХах сейчас меня вломишь там так солидно. Ты на фугасах. Тогда держите пробитие парочку. Хорошо. Что, Дрейк есть? Ну все, побеждаем. Я думаю, что, Дрейк меня убьет, не убьет за минуту? Ага, вот и наш гражданин. Бля, башня, 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 башня. Сквозное. Нормально, и так, нормально. И так сойдет, хорошо. Я умер... Но это 300 тысяч урона, и это выигранный бой. Эй! Класс. 296, не знаю ничего, 300 тысяч. 300 тысяч, все. 3200. Боже, это охренительный линкор. Просто охренительный. Вот 3 года назад он был лютая просто кочерга, которая не игралась нормально. И его апнули там, кажется, 3 или 4 раза, и он заиграл. Мое уважение. Охренительный линкор. Просто охрененный. 300к, еще и, блин, такой лютый бой. Спасибо, что смотрели гайд по Изюма. Да.